сладкий предмахнуш из грецки, сегодня с вами снова я, Тик, знаете, и очередные покупки с Алиэкспресс, да. Вот, забыла совершенно снять про вот эти покупки, про этот заказ. Что-то как-то у меня так получилось, что я его получила поздно вечером, и потом забыла. В общем, потом другой пришел, третий, и про этот вот как раз-таки забыла снять. Итак, вот такие вот листики здесь идут для записи. Я, наверное, лучше их открою и покажу без пакетиков. Итак, вот такие вот классные листочки для записи, стикеры. И я выбрала два оттенка, розовый и такой серый с голубоватым тоном. Очень нравится, потому что они необычные и сделаны под дерево. Вообще безумно люблю розовое дерево, оно очень стильно и нежно смотрится. И всегда хотелось стол с такой поверхностью, потому что как-то по-девчачьи очень мило смотрится, это приятно глазу. Здесь у нас 30 листов, как и обычно, стандарт. Я думаю, этого хватит, зачем много таких листов, не нужно. Просто вот так вот вкладывать в письма или в дневник вклеивать, да, то вполне себе достаточно и больше не нужно. Затем был скотч, на этот раз один, как обычно, 7 метров, кажется, в этой серии, да, 7 метров на пол сантиметра, вот с таким узором, такая вот здесь, даже не знаю, как назвать, тут такие вот цветочки на длинных стебельках, да, обычно такой скотч, вот, просто еще один в мою серию таких тоненьких скотчей. Далее была просто находка номер один, не знаю как, где, кажется, где-то ВКонтакте, что-то там, канцеляры с Алиэкспресс, кажется, паблик называется, вот, периодически заглядываю туда, потому что сама очень люблю пролистывать Алиэкспресс, находить что-то редкое и сохранять себе в желании, а потом заказывать, да, и вот как-то в этот раз я увидела в этой группе, что опубликовали товар вот такой вот с мумитроллями. Я сначала даже не поверила, потому что что? Алиэкспресс мумитролли? Как так вообще возможно? И я думала, что какие-нибудь дурацкие будут наклейки. Ну, обычные, да, ничего сверхъестественного. Но нет, они зефирные. Видите? Они зефирные, и они очень мягкие, просто вот щупать и щупать их хочется. Открывала в попыхах, срезала корешок, да, вверх. Вот, обидно немножко. Во-первых, здесь идет иллюстрация сама, вот эта оригинальная, очень клевая. Затем у нас здесь, ну, идет описание, куда чего можно приклеивать, как угодно использовать. Все, конечно же, на их языке, не на финском. Вот. И тут сами наклейки безумной красоты. Здесь ничего не исковеркано, то есть это оригинальные мумитролли с оригинальных иллюстраций. Снос Мумрик вот есть, все-все-все здесь. Муми Мама, Муми Папа, Молочка Мю, потом все семейство здесь вот изображено. Очень-очень классно, мне нравится Снос Мумрик безумно. Такой классный, и зонтиком вот прикольно, даже капельки отдельно вот идут наклейками, цветочек есть. Вот. Вот такие я, кажется, рисовала, наклейку делала тоже в прошлом году. Ну, в общем, вот такие вот наклейки, обошлись они около 200 рублей, я считаю, что это не только для мумитроллей, потому что они вообще очень редкие, мало где можно их увидеть, мало где достать, если, конечно, вы не живете в Финляндии. Вот, по крайней мере, такое я видела только в мумитроллшопе в Хельсинки.
последнее, это просто, не знаю, наверное, мечта, сказка, что это, как это назвать, потому что такое я еще не видела. Это такая красота, это... О, боже мой. Во-первых, посмотрите на подложку. И посмотрите, как она переливается, ну, на камере не видно, в общем, всеми цветами радуги, как будто это алмазы, россыпь алмазов. Просто можно смотреть, смотреть и смотреть постоянно на эти вот блестки, на эту красоту. Сохраню себе эту бумажечку, не буду ее выкидывать никуда. Вот. Lunar Tears. Нет, Lunar Tears. То есть лунные слезы, как я понимаю, переводится название. Он действительно как такие капельки, слезинки. Это у нас, кажется, леденцовые наклейки, которые сами по себе очень дорогие и редкие. Их сейчас стали, конечно, чаще компании выпускать, но все же, хороших мало. И я нашла на Алиэкспресс продавца, который продает очень много разных видов. Но высылает рандомно. Я очень хотела, конечно, на морскую тему и на тему космоса. В следующий раз, наверное, буду уговаривать тему космоса, но я написала продавцу, что очень сильно хочу морские. Он мне написал, к сожалению, у нас вот только рандомно высылается, ничего не могу с этим сделать. И все-таки он прислал мне те, которые я просила. И вот так вот они переливаются. Не знаю, очень жалко, что на камере не видно, как они все золотом блестят. Особенно вот на рыбке и на ракушке это очень сильно заметно. Красота. Не знаю, мне кажется, на это можно вечно любоваться. Я даже не знаю, куда буду их вклеивать, потому что, во-первых, такую красоту всегда жалко куда-то вклеивать. Но, думаю, если я буду делать мудборд себе, да, на стену, на стол рабочий, то, возможно, туда что-то прикреплю, чтобы это всегда было перед глазами и как-то вдохновляло, поднимало настроение. А если просто вклеивать в блокнот и потом это в стол, то, ну, как-то смысла не вижу, потому что это будет пару раз в год, если, или несколько лет доставаться смотреть, да, а хочется видеть все время такую красоту, либо просто для коллекции, да. Но уже не в письма, а именно себе, потому что очень-очень хотелось давно, это как маленький подарок самой себе детства Валентина, да, кстати, сегодня как раз-таки этот день, да. Так что вот такие вот дела. Вот такой вот маленький заказик. Скромно, но самое-самое классное все. Вот чему я очень рада. И надеюсь, вам что-то понравилось. Как всегда, все ссылки внизу. Если что-то нравится, заказывайте. Потом расскажите, что пришло вам. Даже интересно, особенно когда присылают рандомно. Вот. И всех люблю, целую, обнимаю. До новых встреч. Пока-пока.